Наш стенд представляет технологии защиты, информационной защиты безопасности, то есть системы радиомониторинга, системы интеллектуального блокирования большинства стандартов связи, таких как Wi-Fi, GSM, 3G, LTE, ну, всем известные стандарты. Изюминкой нашего стенда является новый комплекс R300, который позволяет широкополосно блокировать эти стандарты при помощи всего лишь одного устройства. В ходе выставки мы старались найти новые связи, новые выходы на продажу нашей техники. Также встретили компании, с которыми давно уже работаем, такие как BIT, NELC. Основные наши заказчики — это банковский сектор, то есть оборудование конференц-залов. Также у нас заказывают силовые структуры, то есть это оборудование закрытых помещений с радиоконтролем. Могу сказать, что безопасности никогда не бывает много. ТБ-форум позволяет встретиться различным людям, которые заинтересованы в обеспечении безопасности, ищут методы обеспечения безопасности собственных помещений, новые какие-то решения для себя. И, собственно, ТБ-форум позволяет всем этим людям встретиться.